Так, здорово, друзья. Всем хорошего настроения. Всем хороших каток. Не знаю, надеюсь, сегодня хоть чуточку, но будет вести больше. Так, ну что, давайте посмотрим, может... Так, ну что, соло сначала сыграю. Сыграну соло, да? Соло. Попробуем. Так, пока идет набор. Пока набираемся. Прикольно зависла игра, блин, круто. Сейчас шикарно. Ха-ха, игра зависла. Да, повторить. О, я еще, оказывается, уже в катке. Кто-то бегает уже. Рау, здорово, Рави. Я же говорю, там кто-то бегал. Коряк. Блин, некуда его пихать. Я бы забрал бы. С удовольствием.
кто-то там есть еще. По-любому. Брони ни хера нету, блин. А, ну он здесь почистил все, он же здесь был. Что-то я часто стал. Здорово, здорово, Данил. Ну, это, наверное, хорошо. Наверное. Бля, есть тут-то, нету. Хер поймешь. Что ты бегал, стрелял здесь? Чего, будет канал на Ютубе? В смысле, будет канал на Ютубе? Непонятно. Кандеман, согласен с тобой, согласен. Не знаю чем, но что-то она, блин, затягивает. Мне вот лично она, знаешь, чем затягивает? А то, что она идет, то, во-первых, хорошо, качественно на моем ведре. Во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, игра, ну, довольно-таки интересная, в принципе. Лутайся, да, бегай, ну, не знаю, он чем-то привлекает, да, согласен, есть такое. Вроде ничего такого, да, все-таки вроде раз. Блин, а у меня ящика нету. Так, что я часто стал, так, а будет канал на... А, Рутуби, тьфу ты, блин, я думал, ты ошибся, но Рутуби, ну, не знаю, можно сделать будет, а почему нет? Сейчас пока на Яндекс.Дзен у меня, не знаю, пытаюсь, но что-то не получается у меня там. А, Рутуб, ну, попробую, наверное, а почему нет? А что, надо? Мне вот что нравится в этой игре, вот я честно скажу, мне нравится крафтить здесь. Нравится подделать патрончики, делать это и это. Вот мне это очень нравится на самом деле. Машина у меня. Да мне патрон не хватит столько, чтобы их там поубивать всех. А где еще? А почему их двое всего? А, они ушли. Эй, блин, вот, блин. Ой. И бесит мне в этой игре тоже. Блин, ну он, блин, ну понятно. Он на хороших патронах, с хорошей броней. Понятно. Затягивает, затягивает, согласен. Блин, а я просто не хочу. Я хочу вот действительно вот... Максимально, как бы вот драйв такой, да, без брони, без всего, блин, ну как-то не получается.
не получается как-то, блин. Вот и хочется, да, вот. Хочется, вот, знаешь, вот мне вот чем-то вот здесь вот чуточку вот чего-то не нравится. Если убить эту машину. Ты там убиваешь эту машину этих, и там лут будет хороший. Бывает, попадается М-ка там. Броня хорошая. То, что в самом начале катки, то вот единственное, что мне не нравится в этой игре, большой минус, в начале катки нету баланса, да, ты можешь пойти голый, а он пойти в пятом бронике, и ты ничего не сделаешь. Вот нету вот как бы вот, блин, как бы вам сказать, равенства, нету равенства. Если у тебя нету патрона, если у тебя нету чего-то хорошего, то ты в жопе будешь. Блин, я не знаю. Тут... Не, ну, конечно, если у тебя баблишка дохренища, то ты можешь накупить себе всякой брони, да, и фигачи там. А у меня нет четвертого броника, четвертого, ничего нету, да. Ну, ладно, калаш возьмем, что еще возьмем. Калаш, наверное, да. Ну, давай калаш возьмем. А, вот как раз их 4, это сюда нормально будет. 4 патрона, это продадим, нафиг не нужны нам. И вот сейчас вот сыграла злую шутку. Вот сыграла то, что у меня не было. Была бы хотя бы третья броня, я бы убил бы, да. Ну вот нету брони и все. И, а вот брать не хочу. Брать не хочу я. Приветик, здорово, здорово. А брать не хочу. Не хочу я брать. Потому что боюсь, я проиграю и солью качественное свое все. Так, сколько? 60 голды у меня, да, нафармил я. Так, это. Может быть, блин, ну, блин, да, слишком жирно будет на калаш, блин. А зеленых нет, а вот зеленые патроны, давай. Давай, ладно, броню оденем, разочек, блин, разочек, качественную броню оденем. Четвертую, блин, давай и это оденем, и рюкзак, блин, сейчас все, сейчас пойдем прям по полной программе, блин. Все залутанные полностью. Так, что здесь у нас? Ну, все, да, все. Так. Ну, блин, ладно, надо золотишку взять. Здорово. Привет, Илюх. Lost Light, блин. Ты имеешь в виду вот этот потерянный свет? Называется. Так. А что бы взять? Что еще бы взять? Не знаю, что еще взять. Ну, наверное, сыграем, завтра кассовки соберем, посмотрим. Как говорится, будет день, будет пища, друг. Установка, ну давай, блин, я не знаю, купим, блин. А, погоди, я чё? Не, стой. А я чё, сэмки, что ли, только что скинул? Да, точно. А, прикольно, блин. Блин, сэмки, только что разобрал ее, да, и... Где она у меня? Не, надо вернуть дуло. Дуло вернуть надо. Ладно, так пойдем, наверное, хватит. А не, хотя погоди. Чуть потрошь возьмем, наверное, золотых. Да, наверное, сейчас. Расколоть, чтобы 5 хватит, я думаю. Так, 5 штучек. Да, сюда. Ну, в принципе, блин. Молодец. Так, сейчас, значит, сейчас секунду, ребята, сейчас мы... Акция. А, глушак хочу себе купить. А, во, блин, стоп. Я глушитель, оказывается, продаю. Не, назад. Блин, хорошо, его никто не купил. Как хорошо его никто не купил, а? Так, вот мы его сейчас сюда и поставим. Отлично, вообще здорово. Так. Ну, погнали. Ладно. Собираем. Привет, Настя, привет.
Вечер добрый, добрый вечер. Бля, что мне его, конечно, вот этот какой-то он, блин, не особо нравится, да? Какой-то космический, бля. Так, ну чё? X8 нет у нас, да? Погнали, X4. Так, а где мы вообще находимся? Ой, блин, вокруг враги могут быть. И оттуда могут бегать, да? И оттуда. Да, блин, со всех сторон здесь могут. Опа, это где? Ага, понял. Бля, ну там голый, в принципе, пошел мне. Да, я крапчу для себя. Я открыл уже. Здорово, Артем, здорово. Блин, почему нельзя с этого окна залезть, да? Это печально. Ну, сиди, давай, выходи, выползай. Бля, мне нет грены.
А, или он здесь. Он здесь. А, он выше. Блин. Что-то я не пойму, где он. Блин. А вот X8 подошел. Почему он не... А что случилось? Почему он не берется? А, все понятно, баги, лаги. Давай, давай, удачи, удачи, дружище. Напугал. Ага. Один калаш, блин, давай нафиг уберем это все. Кто-то то ли бродит, не пойму, что-то не слышно нифига. Ой, ты знаешь, первую карту слил, блин, короче, прикинь, слил, знаешь, из-за чего? Из-за того, что у него был, блин, фиолетовый патрон, а у меня зеленый, не перестрелял его в упоре, друг другу лупили. Обидно было. Патрики зарешали, как говорится. А так, в принципе, да, вроде, не знаю, вроде, что-то пока непонятно. Тристака слил. Я не знаю, я сегодня... Нет, что-то я сегодня не сливал, по-моему. А, ну здесь... О, батосы. Батосы, морфин, давай. Короче, понятно, он здесь полутался уже. В принципе, надо линять отсюда. Здорово, Петь, здорово. О, порох. Ой, дурачок, не взял порох. Сразу видно, непрофессиональный. Крафтиман. Все, надо валить отсюда. Нет тут ничего. Блин, а у меня, кстати, жизней-то нету. Прикольно. Так, а где машина? Опа-на, да. Погнали.
Блин, грозу бы найти бы. Оп-оп-оп-оп. Первый. Не пойму, куда стреляются. Ладно. А, наверное, кстати, машина. Не, машина вроде не стреляет. Так, давай возьмем говёные патрики. А это куда ушел-то? Вообще непонятно, он взял и ушел, а? Там двое, блин, там один бегал. Блин, опасно. А, с комнаты с карточкой, понял. Короче, барахло. Ничего путного. А это кого убили? Ой, блин, я лучше это возьму. Да, пойдем, пойдем. Блин, опасные места. Ой, блин, чувствую, мне сейчас, блин, жопу-то нагреют.
хер его знает, сидит там кто-то, не сидит, блин, не поймешь. Нормально. Да, прикольная вещь. Не спорю. Так же, как и прицел снайперский. Вообще огонь мне так нравится. Когда они пихают дым, бросают, а ты их видишь. И все. И они ничего не могут сделать. Ничего. А что, у меня золотых нет, что так больше? О, тогда нет, тогда знаешь, что я буду, наверное, сделаю? Я, наверное, по-другому. Так, я, наверное, вот так сделаю. Так. Три сюда запихну и, наверное, 80 возьму. Для снайперки сюда. Да, нормально будет. Так, что это у нас, пульверизатор какой-то, блин, вообще не знаю, что это такое. Так, ладно, пим-пим-пим-пим-пим, калаш, так, есть все, есть все, есть события. Блин, у меня вообще сколько вот... Блин, ну почему все говно, а? Почему нормального ничего не дают, ничего, блин, ни карточки. Клан, что какое-то приглашение меня в клан. Феникс, хер его знает. Друзья, присоединиться, кто такие, блин? А, Кира. Ты что ли, Артем, там это в клан-то все зовешь? Ладно, сейчас придет, посмотрим. Так, это кто такой Феникс? Ну-ка. Так, кто такой Феникс? Ну-ка, колись. Это наш клан. Свой. А, это ты что ли, блин, 2-0? Да. Ты, ё-моё, блин. Просто в нике вот с приставкой не помещалось 2-0, просто без этого. Ты прям как этот. Я думаю, что за Феникс? Что это за... Понятно, это в клан, да? Ну, давай, чё. Да-да-да, заходи. Вы вдвоём там?
Они там уже почти всех наших пригласили. Вот некоторых китайцев закинул. А вот в основном почти все наши. Вот Тая, Тачми, Юра, кто еще? Сейчас тебе скажу. Ну кто-то я не знаю этого. Вова, друг. Так. Что-то... А, все, я понял. Так, ну что? Что там? Вдвоем пойдем? Я готов, жду тебя. Так, да. Давай, я тут это... Подожди, давай, Дашу приглашу, может, зайдет. Супер броне, блин. Спасибо, спасибо. Ой, дай и мне пусть возьмет в клан. О, еще. Тебе нужны еще люди в клан? Ну, потихоньку набираем сейчас. Да, вот еще. Вот просится, просится. Кстати, очень дофига фармит, блин. Просто жесть. Спроси у своего напарника, как он ник сменил, а то мне тоже нужно поменять. Так, рассказывай, как ты ник сменил. Ну-ка, гайд по нику говори. А, ник, это получается, заходишь в профиль? Где у тебя профиль сверху? Профиль, так, погоди, профиль, понял, есть. Нашел. И там вот в главной странице, вот здесь есть такая золотая табличка с человечком. Понял, карточка, вот, типа, так. Да. А, все, вижу. И там вот твой ник, видишь, да? Ага, поменять. А, ну за нет, деньги. Там нужно, да, ты понял, да. Все, я понял. Мы сегодня в донатили, с ним поменяли сразу. Все, я понял. Блин, да, красавчик, ник поменять. А, так, а какой ник, знаешь, какой у него ник? А он сейчас... Ты в клане сейчас, нет? Зиеба Тувелис. Тоже. Нормально, кстати. Ну, пригласил, а он... если он в сети, я его сразу добавлю в друзей. Так, давай я сейчас его приглашу, давай. Ну, я кинул запрос. Там не обязательно сразу менять, там время пройдет, можете поменять. Ну, желательно поменять, конечно, чтобы с клан-тегом был. Да, я понял. Игорек, пойдешь в катку, Игорек? А Игорек здесь? Что я не вижу. Нет, что-то он не берет. Ну, вот откуда гоняем, можешь ответить. Да. Давай. Давай автоподбор включу, пускай будет. Я отключил автоподбор. Я включил. А, пускай, да. Пускай, чтобы третий был, ага, тоже, на всякий. А, как выйти с клана? Да я откуда знаю, тебе спрашивают, что? Выйти с клана, заходишь в клан, по-моему, главная страница, там есть... вот в участнике, получается, там есть такая штучка, покинуть клан, все. Или вот список участников там есть. Так, погоди. А где вообще сам вот клан? Так, участники. Да. Смотри, если у тебя есть много ненужных вот этих элементов для опыта, заходишь в именную табличку и просто кидаешь их сюда. Так прокачиваешь клан потихоньку. А, вот, покинуть клан. Вот, есть. Да. Ну. Не нажимай туда. Да не, я понял, я просто имею, показываю, что вот. Ну все, вот, покинуть клан. А, прокачай именную табличку себе. А как ее прокачать? Вот, заходишь в клан. И там есть в конце имена и табличка, просто прокачиваешь вот предмет. Я что-то отправил вам, блин, что там я понатправлял, не знаю. Зачем? Не знаю, 240 очков стало мне теперь. О, катку запустила. Что-то там, короче, я три этих, блин.
Три рюкзака ты третьего уровня, блин, закинул кому-то. Кому-то повезло. Так, ты еще, я понял. Первая катка, сорян, долго ружусь. Да, вот, мы на... Перезаходил в игру. Нормально зашли. Все, нормально? Угу. Пошли тогда. Я с дробашом и с валом. Дробаш на ближку. Угу. Так, мы... Ага. Мы пошли. Ну, X8 нашел. Отлично. Нужен X8? Не, мне ничего снайперского нет. А, если что, на дробаш повесить. А, да. Прикольно, на дробаш. Я все равно в прицел за выход входить не могу, у меня лобовое столкновение стоит. Это кто? Это кто тут бегает? Кто-то бегает тут, блин. Смотрюсь. О, у тебя дробаш есть, какие патроны? У меня, да. Какие патроны? Синие. Иди, фиолетовый нашел только что. А, ну возьми, а, давай. Блин, я не пойму, то ли кто-то бегает, то ли, блин, там залутано все. Да было. Я убил уже. Ты посмотри, что он написал в чате. Путин. Все, что знают иностранцы. Путин, да, это Путин. Ну, он тут кого-то убил. Ботинки первого уровня. Что тут еще интересно? Все, ну здесь кто-то лутался. Я не знаю, кого он за гу. Что-то показывает, а что-то админ. А, он на админку хочет пойти. Ага. Ну пошли, что. Сходим. Ну там нет смысла, вот это там ничего не будет. Пошли челик выбивать. Ну ничего себе, блин, тут смотри, блин, порох нашел, блин, селитру. 500 рублей, блин, ты чё, тут знаешь, сколько, блин, лута, блин, для меня. Баночка, отлично. Ладно, всё, понял. Ой, скарчик нашёл. Чё скарчик забрать? Всё, я иду к вам, в принципе. Больше нихера нет здесь. Блин, выйти надо. Ага, М4, я понял. Нет, смотри, там, короче... Да это что-то в чате написал. Скин на МС4 200к купил, что ли? Скин на МС4? Ага. Я не знаю, какой он там скин за 200к купил, но такого нету в природе, скажем так. А, солью 200к на скин. Я понял. Не знаю, как это скин впечатлить. Чё? Он стреляет, кстати. Это на админке стреляется. Мне сегодня хватило админки. Не схочешь, пошли. Да я так это лицом своим пощелкать, блин. Уж прилетит. Пошли, они эти тебя вряд ли увидят. Я вон там вижу, бегают. Попробуй обойти. Ну я пока никого не вижу. А, крафтить его, я понял. А, все, я понял, 200к закрафтить. А, понятно. Я на саликах подхожу. Есть, нашел. Прямо возле входа стоит.
Вот здесь вот, забежал, побежал на второй этаж. Вышел, посмотрел, ушел. Там МК стоит, Николаш стреляет. Да, там он в четвертом бронике, по-моему, нормально там. Челики. Вот он вышел. Сейчас я его сбрею, конечно. Он еще один, двое. Сейчас я подожду, пока у них файт закончится. Они вдвоем, прям возле входа, вот это где метка. Я вижу, там челиков. Я вижу других челиков, которые бегают. Я захожу. Они внизу, он к тебе бежит. Где? Не знаю, вот к тебе я свой силуэт, он на это. Или сидит на лестнице. Ну, по крайней мере, к тебе побежал. Я слышу, на улице убегает кто-то. На улице не вижу. Ой, все, я тебя понял. Бежит ко мне. Вот здесь челик. Чем надо было, но он просто на меня бежал. Херово дела. Там Аеда. Да там, да, видел. А, вон, побежали. Угу. Он к этому, к нашему побежал. Это иди за камень. Вот он на 4 кстати тебя сейчас сбреет. Попал, блин. Да блин. У нашего прям. Да я там не вижу, у меня там прям. Ты его больше, чем долго убивать. Блин, эти деревья, они так мешают, а? Вот этот здесь сидит. Да, но нет, не факт, что он мог убежать. Где у нас точка, кстати, эвакуации? Ой, блин, далеко. Сзади у тебя и на депозитории. Угу. Это фулл Яга. Это уже другие типы. Да-да-да-да. Я не понял, как меня сбрили. С одного выстрела. Четвертый броник. Это как?
Я не понимаю, тогда зачем вообще броник нужен? Допустим, та же самая шапка, ну, если он меня с одного выстрела убил. Какими фиолет... А? Ну, ты в четвертом шлеме был. Ну, четвертый шлем, ну, можно было хотя бы два раза попасть, не убить. Что с третьего, что с этого. Там, смотря с чего он еще стрелял. А, синие. Не знаю. Чего, типа этих... Так, привет, мой ник Red Antivirus. Можно, пожалуйста, в клан? У меня очень много этих пластинок. Типа 100, 50, 25, 10. Мне пишет, их надо использовать в клане. Да, на именную табличку. Ну, я не знаю, вон. Кто там кланом рулит? Что скажешь? Ну, пускай добавляется. Он же мой ник видит, пускай добавляется. Да, он ник есть, добавляется. Так, давай, как там прокачивать табличку? Что делать? Смотри, в клан заходишь. Так, зашел. Вот, зашел. Самая последняя имена и табличка. Вижу. Так, использовать, да? И туда закидываешь, да, закидываешь, что тебе, если тебе не надо это все. Ты его как бы никуда больше не потратишь, кроме клана. Да, тут у меня, блин. Я прокачал вроде что-то там. Да, я видел. Все. Так, вот это что такое? Оставшееся отправить. Да. Что это такое отправить? Кому я буду отправлять это все? Это все идет в систему. Ой, блин, я столько уже наотправлял. Блин, я, да, красавчик. Это никому не идет, это просто идет в систему. Куда-то. В хранилище. И это, в принципе, не надо этим заниматься, да, лучше? Да нет. Не, ну если прокачать клан, то можешь отправлять. Если нет, то не обязательно. Понятно. Участники, китайцы. Зачем вам китайцы, участники? Это Вова набрал. Нахер? Челик попросил его выполнить задание, там одно надо. Да. Сейчас всех кикать будем потихоньку. Ну понятно, да там сразу надо всех, нафиг не нужно. А, добавлю, да, добавляю в друзья его. Ну я не вижу, что он мне прислал. Ну, хочет. Смотри, добавить. Вообще не одевайся так сильно. Я вам взял ДМР-ку в сейф и рюкзак, все. Это всегда работает. Ты не одеваешься, идешь и фармишь до хера. О, все, вижу. Так, Зие, все, вижу. Так, клан. Где ты? Пускай принимает. Принимаю. А вот смотри, я там, короче, какой-то код ввел, там, ветерана какой-то, чё-то такое, ветерана, очки, чё-то такое. Что ты сделал? А, там есть, блин, где это фигня, это ветеран, новички, там что-то, набор новичков, ну? Ветеранов. А вот, регистрация участника, ветеран, это в друзьях, друзья, ветеран. Ну? Что это такое? Регистрация ветерана или участника? Да. Или ученика? Да. Это, короче, когда новичок, например, твой друг заходит, ты ему кидаешь свой код. Ага. Получается, и получается, ты становишься ветераном. Вы вместе, ты ему помогаешь прокачиваться, отправляешь ему разные вещи, и потом вы получаете, сейчас тебе скажу, ну, у меня там уже половина прокачана, вот. Получается бонус, когда он донатит, получается, тебе приходит бонус небольшой. Угу. Я понял. И сейчас я тебе скажу, что еще. И когда вы вместе играете, тебе больше опыта дает, чтобы прокачивать уровень. Ну, ясно. Вот так.
Я сейчас понял. Так, извините, сейчас прокачаю. Так. Управление, что это? Кто такой дед антивирус? Вот, это он и есть. Дед антивирус? Да. Ну, я вроде утвердил, его принял. Всё. Да, да, это он, антивирус. Все, давай готовь все. Сейчас просто с ДМРК все буду бегать, как эти, скажем. Тиму, давай, давай, антивирус. Люди. Давай. Давай, кидай его. Сейчас. Что-то пригласил. А, как он, севере, он с телефона. Пригласить. Он с телефона. А-а-а. Блин, там как-то. Там заходишь вот в набор игры, и вот у тебя матч, убежище, и там нажимаешь кнопочку играть с ПК. Ну да, где-то здесь. Ну, у нас тут нету, как бы. Там на телефонах есть такое. Ему нужно сейчас переключить вот это и перейти на Аню, по-моему. Да, он пишет, у меня Аня заблокирована. Может, он на другом этом, как его, сервере? Нет? Да. А, сейчас, подожди. Сейчас. Ну тогда я не знаю, там просто вот эту штучку нажимаешь вот здесь, там получается играть с ПК геймерами и все. А когда ты им отсылаешь, у тебя что за напишет? Ну сейчас у меня там приглашение типа не поддерживается, но он, короче. Да, 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 он на другой сервер перейди, она. Да. На сервер другой перейди. Табличка именная, да. Ну чё, какая у меня теперь табличка-то, нормальная? Да, третья, но по уровню. Ну, неплохо, нормально. А, четвёртая, как у меня, да, всё нормально. А, четвёртая, да. Так, ждём. А, вот сейчас пускай он перешёл, пускай переключает на игру с ПК. Всё, нужно просто переключить. Получается, пускай зайдет вот где один игрок, где три игрока, и там должно, по идее, появиться это. Не, что-то возьму, я, наверное, возьму себе хотя бы что-нибудь вот. Сейчас. Блин, у меня зеленых патронов нету, ё-моё. Ну ладно, 10 штук есть. Тебе нужны патроны какие-нибудь? Девятки нужны? Все, я ему отправил. Девятки нужны? Да нет. Слушай, есть пятерки? Вот я пятерки бы я взял. У меня пятерок вообще нету. Блин. У меня 10 штук пятерок всего. Пускай принимает, я ему отправил это приглашение. Ну, сейчас. Во. Во. Дед антивирус. Я на сервер перешел. Давай, я понял. Ну, давай. Все нормально. Как использовать эти жетончики? У меня их реально дофига. Заходишь в клан, вот клан, сам. Имена и табличка в самом низу.
А именно табличка. О, все. И все, и кидаешь. Три сотки, 7/50. А, все, почему я больше не могу закинуть? В смысле, больше не можешь закинуть? А, предмет опыта дня 500 с 500. Да, видишь, сзади можно только 500 закинуть. Печаль. Ну, завтра, ничего страшного. Угу. Вы сейчас вдвоем пойдете или можно с вами? Давай, пошли, что-то нажимай. А, тогда давайте хоть как-нибудь оденусь. Да ладно, голым побежали, что-то. А, ну. Андрей, ждем тебя. Да. Сольемся, зато с чистой совестью. Вот мне новая МК понравилась, прям вот она очень классная. А ВМ? Мам. Не, МК. Давай. А, понятно. Мама, я в Ютубе. Да ладно. Там о, запусти. Стреляешь еще. Желтые банки купишь? Ты зачем, если попадется желтые банки? Желтые банки, что за краски, что ли? Мне полно было, я их продал. Это раньше было. По-моему, да. Пистолет. У меня почему-то на ИНА это жесткий пинг. Ты с телефона же играешь. Может, из-за этого? Да, конечно, с телефона. Он свой. О, у телефона же там свой сервер. Да не, просто у меня страна вообще Беларусь. Тут само собой лагать будет. Ну ясно. Краски надо, Пикашу. Хорошо, буду искать, тебе отдам потом. Не буду продавать. У меня стреляют. Бегу. Ну, там, в двушке, скажем так. Ой, в трёшке. Ты про... можешь, пожалуйста, поменять на карте? Зимин стреляют. Ну, вот здесь. Ой. У нас тоже выстрелы. С ревика вообще неудобно стрелять. У меня патрон нету. Прикольно. Чувака убил, у него патрон нету. У него одно оружие, а патрон нету. У меня есть пятерки. О, вот это вещи нужны. Мне оружие нормально не хочется подать. Офигенно, у него, прикинь, это... Вот это оружие, как ее? Пим-пим-пим-пим-пим, ДМР-ка с глушителем, блин. У меня в сейфе лежит такая сейчас. Вот, я у него забрал. Он голый, но с оружием. На, вот пятерки возьми. Так. Сейчас, подождите секундочку, я кое-какую махинацию сделаю. Выключи интернет. А, понял. Да где пятерки-то? Ну, я тебе скинул же там. Нету. Вот, лежат. Алло, меня слышно? Где? Да, алло. Слышно. Вот перед тобой. Класс, у меня... Их не видишь. Да, у меня что-то вообще... на интернете пинг... У меня что-то пингует, короче, так вообще по-жесткому. Короче, у меня на интернете пинг 250. Что-то у меня, кстати, пингует тоже по-жесткому, на самом деле. Ну, у меня все нормально. Ботинок бегает, что ли? Может быть.
может и нет. О, у кого ключ есть? А, нет, не брал свой. Не, я тоже не брал. X2 кому нужен? Не, не нужен. А, хотя возьми, я на ревик повешу. Так. Блин. Вот сразу видно, вот кто-то лутал здесь, вот, ну, непрофессионально. Что там? Я там не все лутал. Ну, там порох валяется, потом кастрюля какая-то валялась. Мне-то он не нужен, я не крафчу. Здорово, здорово, Микки. Как дела? Нормально, как сам, друг? Спасибо, спасибо, дружище. Второй рюкзак есть, нужно кому? Нет. Нужно, не? Дед. Нет. За руку. Здесь выброшу. Кто-то топает, не пойму. То ли... Топает? Да что-то показалось. Еще пятерки нашел. А тачки, кстати, у нас пошли. Давай долутаем, на тачку пойдем. Сегодня? Сегодня, да не, сегодня куда уж поздно. Завтра соберем косуху. Про что? А? Космо, иди сюда. О, спасибо. Да это про Call of Duty Mobile кастомки собирать. В душе не считаю, что это. Погнали в машину. Просто скажи, что понял. Пошли. Кстати, ты заметил, после обновления вот эта фигня начала появляться. Спрейкан. Что? Спрейкан. Заметил? Что, начало падать? Да. Да нет, он и так падал. Я вот сколько... Сколько было, вообще ни разу. А сейчас как пошло. А, Бэтландерс. Успеешь, стопнешь тачку. Так, за тачкой погнали. У кого-нибудь есть гранат? А сколько у кого гранат? Ой, у меня есть три. У меня три грена. Сейчас я буду закидывать их. А, и у тебя три гранат, так это хорошо. Тогда давай второго подождем. Надо пять гранат, чтобы убить кумушку. Да, можно расстрелять. Да можно расстрелять, можно, в принципе, если патрон есть. У меня обычная хрена. Кто остановил? Я. А, она сейчас закрылась. Кидай. Че, всех убил, что? Ой, там грена, уходите. Все, собирайте. Ну, пусть дед там собирает. Тут СМГшка. Слушай, дед, ладно, давай патроны возьмем и все. Мне больше ничего не надо. Что, все собрали? Да. Да там ничего такого нет. Пошли отсюда. Ну как, ничего себе, хлопковая ткань. Нифига себе, ничего нету. Забирайте все. Идем на риски или нет? Дай хаешку возьму. Иди сюда. Где ты? Так, а, на-на-на, блин. А, сейчас. Ай, ё-моё. Где ты там? Забери X2. Мне не нужен. Вот. А, давай. И смотри, что для тебя есть. Так. А, иди сюда. Что, ты не стал брать? Раз. Два. О,
Ой, блин. Это Ой, есть, блин, моя слабость. зачем ты порох выкинул? Вот это селитра, вот это огонь. Все, мне больше ничего не влазит. Вот эту пластинку сейчас возьму еще одну. Бездымный порох возьмем для этого. А, да-да-да-да-да, порох это вообще, это, блин, это самое главное. Все. Там, не забудь. Больше ничего. Из вас кто-то играл в Lost Light или Metro Royale? Я играю. Иногда. Ну, во что? Lost Light. Потерянный свет. А у меня, короче, ну, дофига вещей было, потом захожу. Бац, пишет, эта игра несовместима с вашим устройством. Ну, значит, получается, сделали обновление, и, соответственно, твоя игра ушла гулять. На покой. Да. Не, я так иногда поигрываю в нее. Ну да, игра прикольная. У меня одни моды. Сколько уже бэкландер существует, и тут ни разу вайпа не было. Был. В смысле, был? Уже обновление было, вайп. Да, 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 было, было. Не, недавно. У меня ни одна шмотка не пропала. Ну, там без шмоток, там тебе вайпают всю твою статистику, а насчет шмоток я точно не знаю, когда будет. О, стреляют. Угу. Шмоток еще ни разу, типа, ну, вот за все эти годы, на года, типа, в которой существует игра, шмотки еще ни разу это, ну, не удаляли. Но они планируют это сделать скоро. Если планируют, это будет классно. Потому что, ну, типа, там китайцы, ты видел видео китайца, где у него 5 аков, и на каждом аке у него фулла еги золотые? Да. Вот таких, ну, вот надо типа обновлять. Не... Подбегай, я смотрю через демерку, никого не вижу пока. Давайте за вами. Тут люди, двери открыты. Вот тут кто-то был. Уберите. Либо на сальках ходят, либо просто сидят. Дверь открыта, да. О, бежит, бежит ко мне. Вижу, скажу. На лестнице. На лестнице стоит. Гранату греет. Угу. Это я. А. Да куда ты? Уйди. Сейчас тебя с лестницы сбреют. Вот здесь, по-моему. У тебя прям. Вот здесь. Он, да, он в этой комнате. Жду, смотрю. Тут никого нет, он у меня здесь. Ну, наверху, походу. Надо мной. А, блин, короче, забыл. Это фулла еги, это еги. Охренеть. Я просто не понимаю вот эта реакция, блин. И он даже еще меня не увидел, а уже начал стрелять. Да, мне... Смотри, вообще просто на обычных патронах. Как такая реакция может быть? Я не понимаю просто, блин. Их двое было. Предлагаю какую дичь сделать. Что там за дичь такое? Какую? Короче, покупаем, либо же, ну, короче, два варианта. Либо идем просто голыми со снайперками, либо же закупаем каждый по 20 гранат, идем на риски и просто каждый этаж закидываем. Зачем? Не, я помню, так китайцы делали вообще, это такой жесть был. Там на каждом этаже просто взрыв. Это типа реально прикольная тема, и можно кого-нибудь даже убить. Я могу взять ДМР-ку и гранаты тоже могу взять.
Я, наверное, типа, можно пойти чисто снайперами. Я возьму хлопушку, наверное, сейчас. Сейчас у меня сгорит, то я просто возьму не 20 гранат, а все 40. Буду скидывать каждого. Блин, три рюкзака системе подарил, ёманый, блин, карась. Я так же когда-то сделал. Короче, хочешь способ расскажу, как можно патроны поднимать почти даром? Хочем. Короче, закупаешь патрон, одну штуку любого вида, может, кстати, получиться, может, нет. Там еще на стриме пусть узнают. Например, берем 9 мм патроны третьего уровня и ставим на них минимальную цену. Вот 11, например. Ну, это самая минимальная цена, и ставим одну штуку. После чего резко нажимаем выставить и сразу идем на рынок. И у людей будет высвечиваться товар, который стоит самый минимальный по цене. Типа, ну, у них цена будет такая, самая минимальная, которая стоит. И таким образом люди могут не заметить, выставить, и вы можете купить. Типа, даже это работает даже с хилом и вообще с чем угодно. Вот прямо сейчас патроны на стомп, или хлопушку, как вы называете. Самую минимальную цену выставил, 4 уровень, бац, все. Плюс 12 штук. Способ вообще эффективный, капец как. Сегодня работает. Блин, я сегодня авик слил. Так обидно было. Ой, я сегодня что-то все тоже посливал и поднял, и посливал. Ой, блин. Блин, может... А, я понял, почему мы умираем. У нас стрим снайпера, блин. У нас стрим снайпера есть. Ну и завелись. Чё? Гениально. Сейчас друг пишет, типа, много поднял, я пишу, я на стриме, на канале Космос. Ой, блин, что-то как-то неважно здесь. Погнали сразу на риски, будем крутить. В смысле нету тут здания. Какая себе идея. Да я... Не рискуешь, не пьешь. Не рискуешь, не пьешь? Угу. Да ты вообще пьешь. Вон бегут, бегут. Нет. Это вон. Заспавнились, я понял где. Давайте на двушки сядем. А, бежи его. Двое. Двое голых. Один сюда побежал, второй туда побежал. Давайте на двушке сядем вот сюда, мы просто будем сидеть. Я хочу посидеть. Короче, за ней еще. Вот здесь двое. Вот так вот. Где? Один побежал на лестницу наверх. Двое на лестнице. На первом этаже один, второй на лестнице наверх побежал. Они голые. Они бомжки. Они тоже в сейфе взяли. Че там? Видишь? Боже. Подожди, на лестнице? Ну, на лестнице на второй этаж побежал, а один остался на первом. По крайней мере, был там.
Вот, на третий поднимается. Ау. Больно. Ай, говник на кулак сажает. Я его жопой на кулак сажу. Ну да, с ревика без прицела вообще стрелять невозможно. Короче, ладно, пацаны, давайте, удачи поиграть. Давай, 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 давай. Положил. Бежите, мои того хилить. Два патрона и снайперка. Круто. Ко мне бежит. Минус. Ну, забрал его в углу, который, да, был? Да, я полностью забрал. Там еще один, где-то его тиммейт бегает аккуратно. Возле тебя где-то тиммейт у него. У меня только ревик. Он с дробов... У него дробовик. А я с ревика его снял. Где его тиммейт? Тоже куда-то в ту сторону убежал. Давай на третий поднимемся. Топает. Где? Не знаю, надо мной наверху, я на первом. Это я. И тачка у нас. Вон третий шлем. Ну, убежал, что ли? Непонятно. Пошли к тачке. Тачка у нас. А, тут не второй этаж, еще не пролутали даже. Странно. Аптечку нашел. Синий ящик. Ладно, пошли сейчас тачку устанавливать, будут заберем кого-нибудь. Бля, у меня пистолет только. А тачку-то не останавливают? Ну, значит, никого нету. Или ждут? Вряд ли. Просто ждут, пока кто-нибудь другой установит. Вон тот челик крутался, который ушел, убежал от нас. На риски пошел, скорее всего. Там по тачке. Не стоп, не стоп, я знаю. Да не. Ну ладно, давай заберем ее. Я с пистолетом. Ну я даже с ревика буду их снимать. Забрал.
Уезжай. Угу, пускай. Подожди, пускай отъедут. Они сразу же не останавливаются. Сейчас они отъедут немного. У меня вообще патрон нету. Ну что? Да вообще ни на что. Да, вон девятки возьмите, скинул. Да, у меня девятка, у меня пистолет. Все, может здесь что? Опа. Ай. Это кто, где, откуда? Сзади, сядь. Блин. Да, он это в меня с калаша золотым херачит. Ни хрена не вижу. Ой, ну это же, да, с калаша, с золотыми, блин. Вот самое, что печальное в этой игре мне вот не нравится, я не понимаю, откуда стреляет. Просто не понимаю. Вот он стреляет, откуда он лупит, блин. Пока туда-сюда тебе уже. Так я типа понял, что... Ты только понимаешь, что типа тебе сзади стреляет, все. Ну вот это и самое херово. Может, на пустыню пойдем? Куда? На пустыню. Пойдем в пустыню. Хочешь на пустыню, пойдем в пустыню. Хотя у нас фонд Красного Плюс запустится. Там опять. Она закрыта. Нет. А. Это динамика. Давай Красного запустим. Давай. Сейчас. Там типа от первого лица, там то все. Готовься. Вот ничего не надо делать, там все голые бегают. Я надеюсь, сейчас он пустится. Не, мне кажется, вот так, если рассудить, мне кажется, в соло проще играть, чем в этого сквада, ну, трио. Что? Ты пропал на секунду. Я говорю, что соло проще играть. Намного. Я в соло, я не могу его завалить, а вот в тиме они прям за друг друга там, ух. Либо в тиме ты весь тим просто залетаешь, убиваешь и довольно веселый уходишь слотом. Вряд ли здесь запустят, пришли на пустыню, чтобы было бы низко.
загрузился? Да. На автобеге. Так, я понял. Броню здесь нужно. Где? А вот здесь в углу, вон слева. Вижу. Че, тебе патроны нужны какие-нибудь? А у меня пушки нет пока что. А, могу снайперку ДМР-4 дать. Да? Сейчас все, я взял вал. Не надо. Че вот еще? Все. Тут где-то девятки валялись. Девятки на, девятки второй. Нужны тебе на? А, хотя я на них. Я хотя на я на них. Так, это я сброшу. А, хочешь, я тебе могу дать этот, как его? СМГ-5. Сам не, у меня петух. А? Петух будет. Петух у меня будет получше. Ну да. Петушок получше. Так. Мы куда бежим? Хер знает, куда глаза. Наверное, вот сюда. Там вот это здание золотая, мы потихоньку будем двигаться вот сюда к подземке. Ну что, третий выход у нас на подземке. Угу. Что-то вообще нереалистично. Врезаешься в кактус, тебе урон не наносится. Кто стреляет? Господи, это сзади вон стоит. Бот, по-моему. Я не вижу. А, все, увидел. Все. Не знаю, как я его с климатора там выцелил. Не знаю, вообще ни хера не видел его, блин. Слышь, только стреляет. Так, неплохо. Все так. Что еще? Вот ты Таю убил, да? А, я понял. Кто? А, вот парень, который в клан хочет, он говорит, сегодня в катке встречал ее, говорит, убил ее. Блин, я не помню. Может, и убил. Кто такой Тая? Тая это Тоха. Тоха. Со второго аккаунта. У него же два аккаунта есть. Ну, всякое бывает. Тут каждый второй сливает. О, со снайпы. Лупит возле меня. По тебе? Нет, нет, возле меня в кого-то. Иду. Возле тебя в кого-то. О, вот здесь вот херачит. Ага. Грена. Не вижу. Не слышу вообще. Я не вижу и не слышу. Ну я так понимаю, где-то возле входа. Да. Ну а что, мы пошли проверим. Бессмертные, пошли. А у меня все равно ничего ценного нет. Да у меня тоже вообще нифига. Так. ДМР-ка. У меня даже хила нет, по-моему. Где это? Это в подземке. Ну, вот еще пролутан, это в подземке. Вижу тут два трупа у меня. Четверка. Ох, блин. Через стену даже пробил меня. Бля, вот как они знали, что мы вот пришли? Вот, ну-ка. И как? Как я умер-то? Я чё-то не понял вообще, юмора. Да, блин. Вообще не идёт что-то. Кто там в клан хочет? Что вообще, да, бред какой-то, блин.
сам демарку сейчас засуну, в сейф буду просто... Не будем заходить в подземку, будем пытаться как-то по открытой местности херачить. Не, ну что-то непонятно, конечно. Мне кажется, у меня что-то с пингом какие-то проблемы. Что-то с пингом какие-то проблемы у меня, мне кажется. Что-то, блин, как-то... Непонятно что. Да. Так, ага. Рядом с подземкой и третий выход в подземке. Ну а что нам терять, пошли? Пошли. У нас вот здесь, прямо вот здесь за горой могли заспавниться, так что давай быстрее зайдем. Не хотел заходить, но все равно зашел. Так, рюкзак. Порох нашел для тебя. О, да, мы все равно не будем. Прям такой, смотри, какой элитный, иди сюда. Ух, нифига, блин, я его в сейфик даже. Оп. Ну, дорогой. Дорогой, он дорогой. 2500 стоит, блин, я покупал недавно. Еще один порог здесь есть, иди сюда. Вал. Тоже вал нашел. Я уже две хилки нашел. На, возьми одну лично. Сейчас скинул баночку. Спасибо. Сколько тут аптечек? Третьи ботинки. О, полюс нашел. На, забирай, иди. Где? Сейф. Вот, иди сюда. Вот в этом. Где? Все, закинул. Радар. Ага. На, если есть возможность, закинь тоже радар к себе туда. У меня просто нет что? Возможности. Ну, в сейф или куда он? Дорогой, блин. Да не, радар можно просто вот, на, возьми. Если что, закинешь. У нас же люди сейчас будут здесь. Вот, возьми. Если что, используешь. Аверка. Я готов, приготовил себе сет. Пятый уровень. Блин, восьмой. Кто там к чему готов? К чему-то кто-то готов к сливам, наверное, к нашим. Надо потихоньку двигаться сюда. Видишь, люди даже подготавливаются. Опа, я слышу гранаты. Слышу взрывы гранат. И мне нужен калаш, желательно. О, Франциско, здорово. Когда... Здорово. Тут ты с ней сбегаешь, да? Ага. Кстати, с Франциском мы играли тогда, блин, прикольно. У нас тоже тут. О, так, блин, ничего себе. Качественно.
Че? Где у нас? Кто-то есть. Бот. У меня патроны кончились. Ну такое. А, Фредерико. Так, блин, ну, Франциско, Фредерико. Сорян. У меня есть третий шлем, иди сюда. Надень, блин, у меня, прикинь, патроны кончились. Блин, это вообще сказка. На что? А, ну это... Как его, блин, навал. Я начал стрелять в него. Навал, мне... на. Да не, у меня все. Есть 20 патронов. Мне не нужны, мне не нужны. Я тебе скину. Кстати, тут твой вал пригодится. Ой, этот, радар. Смотри. А, дай я его закину. Надо посмотреть. Потому что там сейчас сидят прямо возле входа у нас. Вот так надо как-то закинуть его. Да, сидит. Вот здесь за ящиком он сидит. А я не вижу. А у меня не показывает. Ну, я понял. Вот здесь за ящиком один сидит. Вот здесь прям. Вот он здесь сидит. Тихо. Стой, стой, стой. Вот он за ящиком сидит. Вот здесь прям. Вот. Вот тут. Блин, нифига, он в четвертой броне. Четверки. Блин, что ж так неудачно там... Ой, а что это он там включил? А, радар ты его засветил. Я даже ничего не смог сделать вообще. Блин, что ж так тяжело-то играть-то, а? Я что-то вообще не пойму, блин. Вот я не понимаю, люди идут лутаться. Ну, блин, нафиг вы четвертую броньку-то одеваете, блин. Они идут людей убивать, они не идут лутаться. Ну да. Все равно я закатку порох вынес. Красава. Хорош. Так. Так. Че, вот так, наверное. Хлопушку на синьках. А, мы вдвоем, блин. Че, пойдем? Я могу переключить на убежище. Давай, погнали на убежище. Ничего не бери. Говорит, ничего не брать. Да. Так, мы с кем идем? Ну вот, приглашаю вот за этот Виллис. Вот он. Нихера себе. Вот он, клан. Ну, погнали. Фредерико, как у тебя дела, кстати? Даже не находит пати, все боятся его.
Бля, как у ячеек больше сделать? Где там ячейки можно-то улучшить? Ячейки чего? Ну вот, у меня сейчас 80. В смысле, а в склад? Да, 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 да. Либо покупаешь, либо за уровень капливости дают. А. Там стоит 250 тысяч. Ё-моё, блин. О, это что? Это его убили. О, бегут. Вижу. Убивай его, убивай, убивай, убивай. Да-да-да, бегу за ним. Ой, тут, тут с калашом. Просто бомжи залутались, ты понимаешь? Ну чё, я без оружия пошел. Он же сказал ничего не брать. Я и не взял. Блин, я бы лучше оружие взял бы, ё-моё. На нахер. Хорош. Быстро, 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 быстро. Следующий. Ну, в здание побежал там один, когда ты стрелял в этого. У меня патронов мало. Это у него ямка была? Да. Я все засейвлю. Сейчас я этого клоуна убью. Угу, вон он. Он на третьем. Вот он. Попытаюсь все залутать. Три пятерки. А посмотри, кстати, труп у него там это. Он... Тихо. Вот здесь сидит. Сейчас я сейчас убью, все сделаю. Последний остался. А что за пушки-то у них? Вот здесь сидит.
Нужно обойти с другой стороны его. Наш колометр усилитель есть? Нет. Все. Что дальше? Что еще? Возьми вот труп, где его убили. Смотри, он там что-то, там пятые каких-то фулки брал. Я все взял, вот две еги и два четвертых шлема. Все. Братище, не волнуйся, я тебе все верну. Сейчас, тут я все залутал. Да так, ладно, ничего страшного бывает. Ну, мы просто не углядели немного. Так, его убили здесь, его фул слутали, так что я на выход. Где выход ближайший? Косаря нету, где третий выход. У тебя только тишина, да? Ничего, потихоньку найдем. А тишина, бегать нельзя, только ходить, да? Бегать можно, только ты, ну... Можно все делать, только там просто баф дается, что ты, если ты вот, вот так ходишь, тебя не слышно. А, я понял. Как бы ты можешь так же и бегать, и все. Просто бегаешь со стандартной скоростью плюс 7 на процентов. Ну ты, конечно, оделся. Вот эта еги, вот одна наполовину сломана. Я его там неплохо так накидывал. Мне понравилось, как я его обманул через окно. Это я больше всего обернул. Сейчас, по-моему, запустимся. Не бери так много с собой. То есть, если там были толковые и нормальные пацаны, они меня убили уже давно. Какие-то бомжи просто пришли, тебя кулаками забили. Ну, один шлем просто почти в ноль. Почти это. Там 75 из 300. В смысле, по земле бегу, мне говорят, что по воде. Ну, шамка неплохая такая собрана. Мне понравилось. Все. Все, смотри, возвращаюсь, все. Принимай на почте.
Ну, прогрузка, я понял. Но ты бы сказал, мы бы не побежали так. Если бы я стомп не взял голыми, после бы вообще весело было бы. Просто сколько там... Ну, намного вы посрали, скажем так. Я не знаю, сколько там у тебя это все что взял. Ну, две еги это уже 40 тысяч. Эти шлемы стоят тоже где-то по 7. Это уже сколько? 54 тысячи. Считаю, что патроны, еще синие, фиолетовые, М-ка класс. Много, короче. Я не стану все считать. Ну чё там? Сейчас он готовится. Да, твой кодин. Сейчас. С стампом пойду тем же. Погнали. Ой. Я его выгнал нечаянно, сорян. Когда нажимал. Сорян, я тебя нечаянно выгнал. На твой ник просто назов. Ну погнали. Так, подожди, смотрим, что вон там у нас людей не было. Никого не вижу. И с этой стороны могу сейчас прибежать. Все, прогрузился. Погнали. На админке прямом люди сейчас будут. На больничку пойдем. О, опа, на больничке стреляются, пошли. А не считаю, эти баночки не скинул. Вижу двери открытые, никого не вижу. Бегает кто-то. Под бустами. Залазанные типа бегают. Где? Серьезно? Шаги. Смотрю, эти да, да, он спускается. Здесь. Вон он, на втором этаже. Блин, с рубашом. Не достал. Сейчас этого сниму. Если увижу, сниму. Здесь на лестнице. Спустился. У меня. Можно помочь у тебя? Он у меня. Андрей. А. Да. Еще один. Вот прям здесь. Блин. Спускается у меня. Он ко мне идет. А, он все уходит. Убегает. Хорош. Еще один здесь. Иди, ползи ко мне. Ну что-то с пингом, блин, какая-то херня творится, непонятно.
Все. Все, все убил. Вот же мы. Забрал. Помогите! Иду. Либо у тебя пинговало, я не знаю, ты прям вообще. У меня? Не знаю, у меня пинг как-то что-то непонятное вообще творится. Вообще что-то. Челики голые. Ботинки. А рюкзак есть у него? Еще кто-то бежит. Кто-то остановился. Еще один. Где-то. Вижу. Заходит к нам. Вот здесь на лестнице. Вот здесь, вон там, вон там, там. А он сейчас... Там, а... лестница. Где вход? Он не один. Он не один, вот здесь на лестнице кто-то был. Блин. Ты что-то, блин, там что-то какие-то скромные все, блин, нихера нету, ё-моё, блин. Да, у нас залутанный бегает челик. Мне нужно какое-нибудь оружие. Блин, он бегал с этой, а патронов пятерок нет у него. А девятки есть у кого? Девятки. А, есть. Только первые. Есть? Давай, похер. Чё? О, благодарю. Так, этого прочекали уже, да? Тачка на риск. Пошли поближе к тачке, наверное, к рискам. Ух, ё-моё, нифига, блин. Чё такое? Фиолетовые для дробовика валяются. Знаю, там сам по себе кого-то убивает, все. Че это бот? Еще один. Да, херня какая. Ну, забей. Пошли. Тачку не стопнули, кстати. Я хочу прочекать админку. Я уверен, что там кто-то на крыше тут сидит. Как так? Никого не вижу. Не может такого быть. Пошли тачку стопнем, что ли. Где она? Ну вот, едет у нас прямо здесь. Ладно, давай. Там интересно. Так, пулик. Ой, 8x. Пулик. Да. Пулик. Я бы взял бы, но
Не буду. Мне нафиг не нужно пулиться. Все, пошли. На риски. Пятерки не вообще нет. Ой, у меня вообще ноль. Я бегаю с оружием, блин. У меня даже пистолет, патронов нет. Ты их пугаешь. Ага. Ну, первый этаж закрыт. Вроде как. А, нет, открыт. Захожу в здание. Угу. Вроде нет никого. Да, никого не слышу. Ну все за... А, нет. Иду на третий этаж. Коряк валяется. Ну они все залутали, так понимаю, и свалили. Свалили куда-то челики. Ну, ушли, может, может, на выход. Ну, я трупов вообще не вижу. Фига, зеленые патроны, блин, 10 штук выкинул кто-то. Ну, калаш. Щедрый. Угу. У нас третий выход здесь недалеко. Тут пятерки есть, кстати, зеленые. О! Неужели я буду с патронами бегать? У меня еще кое-что есть, да. О, блин, вообще огонь. Мне он нужен как раз был. Я там это собираю. Хочу побежать к третьему выходу. Там сейчас люди выходить, скорее всего, будут. Здесь в ангарах не залутано. Я тебе еще одну веселую штуку нашел для крафта. Я уже тут. Смотри, что нашел. Вот это да. Блин, теперь главное не умереть. Да все языки. Газовая бомба синяя, кстати. Она вещь такая интересная. Да, у меня есть. Я вот смотрю, стояла. Еще пятерки есть. Вот здесь ящики.
там деньги нужны, кстати, на третий выход? Нет. О, кто-то топ. А, это наш. Это бот. Даже бегает. Да вон он. Ты за потом гнался? Да. Скотч нашел. Скотч 2000 стоит. Да, 1999. Не, она 2000 стоит. Ровно. Ну, я за 1999 купил. Ну, там 200, там гитара, разная цена. Все. Опа, четверку нашел. Просто четвертый сет. Ну, круто. На ящике. Блин, я золотой нашел что-то. Смотри, хлопковая ткань есть здесь. Я золотую какую-то ткань нашел. Нифига, блин, первый раз. Ткань? Да. Она черная? Черная. Ну, ясно. Она недорогая. Какая разница? Для меня она все дорогое. Сколько она стоит? 1005 она стоит, по-моему, 6. Недорогая, блин, я тут, блин, патроны, блин, продаю по 100 рублей, блин, чтобы там хотя бы 100 баксов каких-то там, а тут ты такие вещи говоришь. Хорошо, для тебя будет дорогая. Да, для меня 5000. Там, кстати, ящик никто не хочет открывать больше, все? Нет, у меня нет. Ща, бежит мастер. Ну, четвертый выход есть, пошли на четвертый выход. Блин, еще один скарик, а вот, ну не хватает у меня ячеек 40, блин. Было бы ячеек много, бы я бы сейчас, ох, блин, забрал бы сколько. Бля, ну я так за всю катку не нашел второй этот рюкзак. Я вообще без рюкзака бегаю всю катку, ты о чем? Да я думал, у меня второй сейчас гляжу, у меня вообще первый. О, я еще одну золотую вещь нашел. Ты нашел там какую-то еще ткань, я зашел химзащитную ткань. Нужно? А мне все нужно. Ты даже можешь и не спрашивать. Иди сюда. Ой, блин, вообще просто. Так, надо что-то. Никого. Посидим или валим отсюда? Вов, ты выходи. У тебя там до хера всего нужного. А я посижу. Че, уходим? Я нет? Посижу, мне ничего такое. Выходи, выходи, я посижу. Ладно, давай. У тебя там вещи же. Вы будете на всякий случай ждать? Там у меня там вещей даже нормальных нету никаких. Я посижу.
Так, ладно, надо. Ну что, там был кто? Да нет. Если бы был, я бы живым оттуда не вышел. Я пойду отдыхать. А, тут давай. Рано очень вставать. Давай, 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 давай. Угу, давай. Ща подождем кого-нибудь, может кто-то будет. Кстати, а как крафтить эти ботинки тишины? А, их надо их покупать по 4К второй уровень. А чё, крафтить нельзя их, что ли? Инвентарь мой? А что там показывать-то? Вот. Я все деньги спулил, чтобы открыть все здесь. Практически все. Эти ботиночки. О, можно второй прицельчик сделать зелененьким. Так, ничего, Володь, куда пойдем? Так, я понял, загружается.
Вообще ни хера нет. Блин, я вообще второй этот. Второй рюкзак найду себе или нет вообще? Ни у кого нет второго рюкзака, блин, я охреневаю. Да у меня есть первый, спасибо. Мне второй нужен, блин. Ну ладно. Где-нибудь там, может быть, найду. Ой, блин, а там тупик. Там тупичок. Угу, погнали. 400 метров. Ну, давай, давай. Нахер не нужен уже надоели. Эти патроны, блин. Это броник выбросил. Ага. Что здесь у нас? Ой, блин, это шляпа, блин. Подожди, я лутался вот в этих, интересно. Домик. Нет, не лутался, порох. Пластинка. О, 25-очки. Бля, о, сюда пойдут.
что-то нихера нету больше. Вот это вещь хорошая, блин, мне бы третий броник. Блин, он дорого стоит. Сейчас я уберу это. Хорош. Пока тут, во, я лучше вот это возьму. Тут продать можно. Он дорого, опа. Это откуда стреляет? А, все понял. Что-то не видно его. Ой, блин. Так, я что-то не пойму. А, все, вижу, увидел, да. Вон эти два, блин. Попал. Бля, мне бы 3x4 бы. Было бы здорово. Так, а где у нас выход-то? Сюда. Можно, в принципе, свалить, если хочешь. Блин, я так и знал, что поднимай и валим отсюда. Я их взять забрать не могу, потому что нету икса 4, икса 8 у меня. Че, побежали? Был бы X8, да, можно было там потягаться, снимать их. Ну, с X2 в таком расстоянии. Ну, это очень большое везение нужно. Я думаю, они сейчас за нами бегут, кстати. Блин. Ах, ё-моё, назад. Да, печально. Печально. Ну, они там сидят, по-моему. Они же там, да. Прям сидят.
Угу. Хорош. Сейчас, секунду. Надо это. Продать калаш. Что там продать? Это нафиг не нужно. Никто не играет уже, все. Так, интересный верстак. Золотые, что они там дают мне? Так, можно фиолетовые патрончики, да? Уже зафигачить. Фиолетовые нафиг не нужны. Куда эти тряпки, где, интересно, даются? Что я не вижу никуда. А, вот они, все, я понял. Блин, надо мифический шлем. Я понял. Да-да-да. Мифический шлем нужно. Вот эти тряпки золотые, это как раз для мифического шлема.
Угу. Еще пришло. Не 42 000. Еще что-то там. А что-то дает активность клана на этой неделе. А, я понял. Ну давай вот эти. Ой, не, подожди. А что надо отправить? Отправьте сообщение на. Ага, сообщение, давай. О, хорош. Все, да, завершили. Хорош. Пять тысяч, блин, вы что, обалдели, что ли? Не хочу я отдавать за 5 000. Бля, рюкзачок бы третий найти бы, ух, был бы огонь. Так, ну чё, куда побежим? А вот у нас рядом дом, бля, ой, ты долго будешь, да? Я пока тут рядышком сбегаю. Коряк, давай, иди сюда, родной, ты нам нужен. Порох. Ни хера нету. Всякая шляпа, блин, не нужна. Коряк опять, блин. Да, ну побежали. Опа. Ага. Блин, никак я X4 не могу найти. Ё-моё, блин. Нету. Опа. Ой, я косой. Хорош. А я косой, блин. Откуда он лупил? Я не пойму, сверху откуда-то лупит. А, вон он.
Вообще не пойму, он то ли в здании где-то там сидит. Ой, блин, ой, блин. Да блин. Ой. Да я понял, где он сидит. Он там и сидел. Нету мне икса четвертого. Нету, блин. Две катки нету икса четвертого. Да я, ну так, приблизительно видел. Вот там где-то он болтался. Думал, сейчас добегу. Может, там у этого трупа икс четыре есть. Нету нихера. Блин, как обидно. Две катки, блин, икса четвертого. Так, икс восемь не нашел. Да, на выход беги нафиг. Смысл я не вижу здесь. Ковыряние. Через 20 секунд. Да они не побегу даже. Я думаю, они там до Талова сидеть будут. Чего уходить что-то? А, блин, вон она где. Что-то я не понял. Ты проиграл, что ли? Что-то я... Сейчас я не понял, что произошло, если честно. А, он вышел. Я в убежище хотел пойти, пошел. Да. Так, ничего никого нету. Все, все ушли.
спать. Походу. Я понял, понял. Так, ладно, тоже на этом все хорош. Всем спасибо огромное. Все, давайте, всем пока.